Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, задержанного накануне в Нижнекамске после нападения на ребенка. Напомним, по предварительным данным, он пытался надругаться над 7-летней девочкой, гуляющей на улице. Его спугнул прохожий, который помешал планам предполагаемого злоумышленника. Вскоре подозреваемого задержали. Его путь проследили с помощью камер видеонаблюдения. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Представитель прокуратуры Нижнекамска поддержал ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге суд арестовал подозреваемого на 2 месяца. Расследование уголовного дела находится на особом контроле в прокуратуре Татарстана. Это лучше увидеть. Все выпуски вызова на нашем сайте и на YouTube-канале ТНВ.